Ежегодно 3 октября в Беларуси отмечают День инвалидов. Эта дата призывает нас относиться с особым вниманием к людям с ограниченными физическими возможностями. Напоминает, что мы вместе должны заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи. Ведь несмотря на значительные преграды, эти люди доказали обществу и прежде всего самим себе, что они в силах преодолеть многое. Подлинное уважение вызывает их активная жизненная позиция, участие в общественно-политической жизни, умение проявить себя в творчестве, спорте и других сферах жизни. Этот день установлен для того, чтобы люди, окружающие, поняли, что среди нас находятся тоже люди с ограниченными возможностями, инвалидами. И в первую очередь это призван день к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями могли влиться в наш социум, участвовать в политической, экономической, культурной жизни общества. И, конечно, защиту прав и интересов инвалидов также важно. В ресторане «Гродно», где есть профессиональная сцена, прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Ребята смогли не только посмотреть выступление творческого коллектива предприятия «Цветлит», но и сами приняли участие в концертной программе. Авторские стихи, живая музыка, зажигательные танцы и сценические постановки. И это далеко не все, на что способны эти талантливые мальчишки и девчонки. Такие встречи – это не только общение, но и способ доказать окружающим, что они такие же, как и все. Это общение, это вообще социализация в обществе. Они раскрепощенными становятся, они радуются жизни, и они чувствуют себя на равных. Хотелось бы поблагодарить спонсоров. Это фирма АБЦ, это директор ресторана «Гродно», благодаря которым и состоялось сегодняшнее мероприятие. В этот день не будет лишним напомнить всем о том, что среди нас живут люди, заслуживающие не только сочувствия, а прежде всего помощи, ведь они имеют такое же право на достойную жизнь, труд и отдых. Все мы люди, и если каждый хотя бы однажды протянет руку помощи инвалиду, возможно, проблем у них станет чуть-чуть меньше, а жизнь будет казаться гораздо лучше. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, новости «Гродно плюс».